Всем привет, с вами Кристалл, мы продолжаем играть в разные флешки, и сегодня будем играть в игру под названием Denudation. Это игра, как уже, наверное, догадались, про вот этого вот маленького человечка в пиксельном мире и все такое. Ну и подумать, типа, ну чё, обычный платформер с человечком с мечом, что будет такого особенного? А вот мне очень понравилось здесь именно как здесь все сделано, как надо именно правильно играть в эту игру. Именно благодаря этому мне понравилось. Да, можно разрушать стены всякие, это клево, но самое классное, что можно использовать эти вот блоки от стен. Мы их берем вот так вот и всасываем. Всасываем и становимся сильнее, превращаемся в какого-то метроида, я не знаю, мне кажется, что это метроид. Но вот так вот мы берем и превращаемся в него. Также здесь есть две концовки, я покажу сначала самую интересную, а вторую скажу, наверное, как, или сам дойду до туда, я не знаю еще, как я вам ее покажу. Но вторая концовка довольно-таки простенькая, в ней даже никакого участия, в принципе, не требуется. Главное собрать побольше блоков и всего. Ну и найти эти тайные проходы, так сказать. Хотя я их нашел очень быстро. Я вообще не знал, что здесь есть какая-то вторая концовка. Чисто случайно. Кстати, да, мы активировали главное могущественное злобное существо, которое нам надо будет уничтожать сейчас. Да, мы, кстати, я уже каждый раз, когда мы всасываем эти блоки, есть зубоволочка, она заполняется и показывает, сколько мы всосали блоков. И когда проходит эту граничку, вот эта граница, у нас там есть палочки маленькие, мы становимся сильнее. Сейчас у меня вот такие вот гиперснаряды уже, но это еще не самые мощные. Самый мощный выглядит очень классно, мне нравится. И вот эту штуку нам сейчас надо уничтожать. Я делаю это очень быстро, потому что у него одно попадание равно нашей разложению нашему. Смерть, я не знаю, убьет нас или нет, все-таки это может ли убить нас этот корабль, но если мы хотя бы один снаряд от него словим, то мы развалимся на кубики. И потом нам предстоит их собирать. Я не знаю, если... Возможно, здесь как в Соннике. Если мы нас ударят, из нас выпадут все блоки. А если же... Если же мы не успеем... Воу. Тихо. Как-то я быстро его раздолбил. Так, вот мы превратились в маленького, надо скорее сосать блоки. Если же у нас закончатся прежде все блоки и нас снова выстрелят, наверное, мы погибнем, мне кажется. Ну, либо в этом мире вообще нельзя погибнуть, я не хочу проверять этого, конечно же. Так, хватит палить сюда, а! Так, ладно, давайте попробуем перелететь его. Сколько пульта! Bullet hell прям какой-то, а! Так, давай сюда, все всасываем. Всасываем, запрыгиваем, давайте снесем им пушки. На-на-на-на-на-на-на! А! Я не снес пушку, но я попал куда-то в какую-то часть ему еще раз. Так... Сейчас будем... Блин! Зато теперь я узнал, что все-таки здесь не как в Соннике. Так. Да как? А, надо с другой стороны заходить на эту пушку, я понял, все. А то когда комментируешь, не так совсем, немножко не так думаешь. Так, еще вот эту бандуру сразу надо было снести, я что-то вообще ее не снес. О, все, снесли все пушки, давайте всосем всю здесь мощь вокруг. Мне эта флешка именно понравилась, идея, что вот ты всасываешь блоки, используешь их всякое, что как оружие, как способность перемещения, что ли. Так будет правильнее сказать. Так, и выпал вот эта штуковина, и чё, кто там? Кто там сидит? А сидит там какой-то человечек, я не знаю, кто это такой. Почему я должен его уничтожить или что-то еще, но мне надо его уничтожить. Кстати, можно с ним поразвлекаться вот так вот. Оп, оп, колобок. Или же завалить его можно камнями, например. Ладно, давайте уничтожим его все-таки. Самый мощный залп. Все, мы его уничтожили. Виктори! Победили! Превращаемся в большое злобное существо, которое всасывает планеты, наверное, или что-то еще. Я не знаю, что там будет делать, но... Если он спокойно уничтожал какими-то дисками корабли, когда у него еще была такая форма, то в будущем он, наверное, вообще будет планеты крошить одними своими выстрелами. Кстати, да, сейчас покажу вторую концовку. Флешка мне, говорю, именно понравилась своим таким геймплеем. Как именно все это сделано. Просто можно подумать, что уж она такая странная, маленькая. Ну, я говорю, чем же она меня зацепила, что я решил по ней снять ролик.
Так, давайте всосем все блоки и сейчас пойдем. Пойдем откроем другую концовку. Вот сзади у нас, кстати, на фоне видно, что горит алтарь. Они, по идее, не горят, если не сломать алтарь. Шрайн, вернее. Это алтари горят на фоне. Так, эту штуку не трогаем. И идем спокойно дальше. Возможно, здесь есть еще какая-нибудь концовка, я о ней не узнал. И вы можете попробовать об этом узнать. Возможно, я что-то еще не увидел, что-то еще не узнал. Довольно интересно, что в такой маленькой флешке есть еще и какие-то альтернативные концовки. Если же вы, кстати, знаете какие-нибудь флешки с таким интересным геймплеем, то предлагайте мне. Ссылка внизу в описании под роликом, там можно предлагать свои флешки. И вот альтернативная концовка, мы просто утопили этот корабль. И все, вот, в общем-то, такая концовка. Я говорю, что она довольно-таки простенькая какая-то, я не знаю. Ну вот, на этом-то и все. Надеюсь, вам понравилась эта флешка. Довольно-таки она неплохая. Стоит в нее поиграть, посмотреть на этот геймплей, поиздеваться с кубиками. Поэтому попробуйте и найдите, может, другую концовку. Если вы найдете тоже такую же игру с интересным геймплеем, то обязательно предлагайте мне в описании. Там есть ссылка в теме своей флешки. Я обязательно поиграю и укажу, если найду действительно такую полезную, классную, интересную флешку, то укажу ссылку на вас в описании. На этом все. Всем удачи, всем спасибо, что смотрели. Всем пока!